он так маленько в стороне от трассы, вот сама территория. Сейчас я уже к обеду попадаю. Вот у них тут кое-что они бэушным покупают и продают. Сейчас к обеду подъезжаю и стараюсь быстрее, чтобы успеть приобрести. Ладно, сейчас пойду быстро. Вот. Не. Так, вот такой вам надо, и такой, да? Ну такую. Нам звонили, наверное, да? Да. Ну такую я уже не хочу. Это же наша. Ну, наверное. Савдеповская, да? Ага. Я понял, чья это пленка. Тогда этой возьму. А что такое вот это? Это камера? Да. Она запишет, записывает? Да. Ага, супер наш. Ну вот такой хороший немецкий. Возьму его тогда. 4. 4. Да. За там 10, на складе. Да, да, да. Ух ты. Че? Хорошо. Денежку сейчас. 26 400. Ну, а в смысле, что это хорошо? Да, как хорошо, денежку сейчас дашь, нет. Хорошо, я же здесь же. Что еще? Все, все, и так охренеть. 4 пленки тогда скидывали на оплату, да? Да. 26 400. 20 копеек, кажется, 26 400. Ну, а идет какой-то процент вам, что ли, нет? Какой процент? Нет, можно я просто пройдусь, гляну? Их по полкам разделено. Вон. МТЗ, Т-40. Большой склад. Вон редкие вещи. Я не снимал прошлый раз на старую кабину. Подножку искал, блядь, месяц. С Минска привозили. А здесь вон лежат спокойно. Хороший склад, но далеко от Твери. Ну, конечно. Ну, я-то еще за Тверью, я-то по Старицкой. Вот, да. 50? Нет, почему? 50, 60 километров до Старицы. От Твери, да. Так же, как до вас. Я что-то ездил, мне получалось 70. Ну да, да. Мы же не считаем город, все же думают, что начинается-то за городом, правильно? А плюс еще город двадцатник. Так, денег не дам. Что таскать? Ну, как хотите. Телегу ага. Так, рукав, шпагат. Уваров, гранит, М, по 160 рублей у них. Каменского нету, был по 180. Так. И флексовские есть у них, двухтысячные вон. Флексовский не вижу. 8, 12, 36. Рукав. Мешок, шпагат, поль, вот. 600-й, 1350. И 500-й, 1200. Так что вот так. Вот взял этот немец. Последних два, так что можете не ехать. Агростреч я у них забрал, такой шпат. Подшипники, резина, вообще все, ну не абсолютно, но почти все. Так, тележку